Ребят, если вам понравился, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Нихуя себе. Бля, криповая хуйня. Страшно. Это было 2 года назад, я помню. Такой вопрос. Что чаще всего в играх про постапокалипсис выступает в качестве лута? Консервы. Ну да, я прям ждал этого ответа. Консервы. Самая подлянка в том, что сейчас, да, то есть любые консервы, которые вы найдете в постапокалиптическом... Туалет не работает, вода в душе воняет, что случилось с канализацией? Ирина! Городу пизда, какая канализация? Ебать, там что-то летит, по-моему. Оооо! Что там? Нет, в смысле, я закончила стрим. Я после стрима сижу вот так вот что-то смотрю. Спасибо. Я никогда ничего не смотрю. Я всегда ухожу в ту комнату, когда я заканчиваю стрим. Ни за что. Играть в CSGO. Серьёзно? А ты постригся, что-то я не заметила. Иди сюда, Бур. Почему? Поздно? Ну я хочу это. А кто этот мужик? Я вот это карту какой-то первым... игрок. Короче, какой-то человек, который создал эту карту. Нажми на V, чтобы консоль открыть. Который создал карту. Пульту, блядь. Ну это, кстати, самый большой икс. Это самое лучшее. 50 тысяч рублей, сука! Блядь. Ебай, красава, блядь. Ебай ты лакер, я тебя в жопу ебал, блядь. Хуя. Эй, йоу, молодой киберспортсмен, играешь в CSGO, но в инвентаре у тебя... Что, у него проблемы с холодильником или чё? Да, я видел это ТикТок. Ёбаный в рот. Да, это жестко. Маленький, наивненький Вова. Какой же ты глупый. Оставил свой страх. It's a prank. О, я сейчас. А чем она намазала, что-то я не могу понять. У меня закончилась курилка, пиздец. It's a prank, блядь. Да, блядь, на стриме. Что это? Падла, блядь! Да, Вова, да хватит! Что это? Кошмар, как будто. Это что, сиська у нее вылезла? Что больше? Или это у нее прыщ такой? Я так и знала, что ты сильнее. Ну ничего, ничего. Хорошо, да, спасибо большое. Может, только один разочек облизать? Нет, не надо. Ай, ну ладно. Спасибо, вы очень хорошие. Я вас очень люблю. Была бы там другая девушка, они бы разрешили ей облизать, я уверен. Это синяк? Нормально, все будет. Но мне кажется, у Дины все шансы выиграть этот конкурс сразу видно. Сразу видно, она идет на топ-1. О, так, то, что нужно. Дина, уже первое место, точно. Всем ураган, с вами привет, и я... Всем привет! Всем ураган, с вами привет! Бедняга, ролик записывает и забыл замысл. А ты меня слышишь? Хо-тю-тю.
повышается. Следуйте в новую... Где они? Где они? Где они? Все забить. Девочки, классно будет. Не понял, ты кому? Девочки, ты кто? Ты кому сказал? Вы девочки, серьезно? Серьезно? Шикарные же волосы. А при чем тут волосы? Олег, смотри, тут просто стрим идет. Да, я тебе объясняю. Он, Олег, смотри, он просто перепутал со своими друзьями, но в этом ничего плохого нет. Да, так что все нормально. А так все хорошо. И ты следил словами. Сейчас стрим. Сейчас стрим я отнесу. Смотри, я сейчас стрим отношу и к тебе прихожу. Сейчас. Хорошо. Все, окей. Вова, это суется в богину, пожалуйста. Я не буду с тобой драться на тампонах. Ты не заставишь меня. Драться на тампонах. Чай, ёпта. Ой, я помню такую кринжовую историю со своей одногруппницей. Она мне рассказывала, что... Ну, во-первых, ну это не кринжово, это нормально. Бывает такое, что презик застрял у нее внутри, и пацан ее там доставал, этот презик внутри. Но самое кринжовое, что другой ее парень, ой, блядь, это... мне аж мерзко вам рассказывать, засовывал, точнее, вынимал с нее тампон с кровью. Не знаю, может, для кого-то это нормально, но вот в этом плане я не знаю. Для меня это, знаете, вот это лично мое. Моя кровушка, мои такие проблемки, не то что проблемки, особенность женская, ну, не нужно туда лезть, я сама разберусь. Но вот, когда мне она это рассказала, мне как-то так мерзко стало почему-то. Вот я представила, что вот мой парень достает с меня вот этот тампон в крови, блядь, ну это просто пиздец. Я не знаю, я такое не люблю. Сражайся, я Леонардо, блядь. А Spotify есть там? А как ты музыку слушаешь? Ты существуешь вообще, блядь. Его бэпка вот это вообще залезет. Да, мама, можно? Привет. Хотя бы. Не дыши нахуй. Это какая-то пизда уже начинается. Он, блядь, без основы стоит с двух сторон. Я все. Мне кажется, что пизда. Охуенно, блядь. Что? Вы нахуя вытащили оттуда, блядь? Пиздец, блядь. Почему он так быстро упал? Ой, бля! Значит, ты полностью не раскрыта перед парнем, а парень брезгует этим, это хуёво. Нет, парень не брезгует то, что у меня месячные. Я имею в виду, что есть всё-таки какие-то личные границы, да? Ну, не хочется мне, чтобы мой парень вот вынимал с меня тампоны, когда вот у меня есть руки, я это сама могу сделать, потому что это такая, знаете, личная гигиена. Это так же, как у меня, чистил бы мне зубы, я не знаю, но это тоже уже какой-то бред. Подмывал мне письку, жопу вытирал, когда я сру. Ну, это такое, знаете, слишком личное. Об этом можно говорить, но это не нужно делать. Кто что? Я выиграл, давай, давай. Да схуяли. Я всю жизнь так простоял. Ухо по жизни. О, пошла. Я же говорю. В каких-то отдельных случаях, типа, то да, может, у фетиши у челиков есть, то так норм. Но норм стоит, кстати, смотрите, реально не упал. Ебать, да нахуй. Ну, здравствуйте, ребята. Опять зачем на все страны говорите, что у нас ракеты есть? То, что чел наш пиздит, что у нас нет ракет, наверное, это он делает во благо, блядь, нахуй, нам. Вы нас покрываете, сука, говорите, вот у них ракеты, они пиздоболы, они пришли к нам. Санкции, сука, против вас ведем, нахуй, просто сейчас прямо ведем санкции и разбомбим, нахуй, все ваши города, блядь. У нас три ракеты, мы три ракеты въебем в каждый город, нахуй, за такую хуйню, блядь. Давай, въебешься, у нас щиты везде, давай. Пизда вам, блядь, сука, пизда вам. Вам, блядь. Марк делает 10 глубоких приседаний прям. Его за это забанили, я осуждаю. Я осуждаю такое высказывание про бомбы. Это была игра, но все равно такое общение неприемлемо на стриме с агрессией. Аль, ты так приседаешь? Сколько надо? Ну, 10. Унижение рэпера в прямом эфире. Пиздец просто. 5, 6, я открываю глаза, 7, 8, он подглядывает, 9, 10.
плоские. Нормально, нормально. Это самое нормальное. Да? Отвечаю, да. В том числе. Быстрее закупают. Работаем, работаем. И должна вот так вот. Все больше. Че, помогать надо? Блин, он просто в два раза выше. Ксюш, ну ты сможешь встать? Конечно! Вытяни руку. Опусти стакан. Именно опусти. Ты как Симба. Вытаскивай оттуда, да? Прикольно, плюс два. Все, он падает, Андрей. На меня падает, меня защищай, блядь. Че тебе защищать, ты в коробке? Раз, два. Все, убери лестницу. Только не резко, аккуратно это делай. Аккуратно. Хорошо, хорошо. Андрей, если что, поверх убей. Да, Салин, блядь. Я не проиграл! Епа! Хотя бы раз в жизни пробовал, глотал сперму. Лера про зло. Ну давайте послушаем, что Лера говорит про зло. Здорово, здорово, ребят. Кто такая Лера? Это Лера? А кто это вообще? Это стримишь или нет? Ну есть почти. Два грызюка. О, я вот эту знаю. Я вот эту девчонку знаю. Она мне нравится. Прикольно. Парную ёшку. Со злы. Ёбу со злы. Да, да. Я так хочу. Здорово, здорово, ребят. Так с каким со злым вы чё? Ну есть почти. Два грызюка, парную ёшку. Пишу слово. Блядь. Боже. Что? Вы чё? Они, кстати, похожи, почекни. Они чем-то похожи, реально так вот нос идет. Ну так вот. Не знаю, девчонка вообще ни о чем. Ну, что это вообще? Боже, я как защитница зло, ну реально, типа, что это? Делайте три глотка. Не, ну обычная, нормальная, дефолтная девчонка. Как злой говорил на меня. Нормально, обычная. Вы что, совсем ёбнули? Ладно я. Ладно ты, Марк. У меня не так же, у меня курносый нос. Бля, у меня не прямой. Я считаю, что каждый самодостаточный мужик должен пробовать свою сперму. Блять. Лёх, куда ты попал? Не, я, видимо, еще не самодостаточный просто. Брат, ты не... Ничего о ней не известно. Фильм громче, то громче, то тише. Просто не заебал. Взяла меня к себе. Чуть-чуть напрягает уже. Все, давай мы смотрим. Да. Как смотрим, все, мы смотрим, как смотрим. Они, мне кажется, прикол просто пишут, да? Согласен. Чтобы нас доебать. Мы с мамой все время... То есть вы хотите нас доебать? Кстати, их забанили. Спасибо. Это Кизару и какой-то чел. Я не знала, что. Если телосложения не хватит, чтобы сражаться с шаблезубом каким-то. Или маминтом, блядь. Шаблезуб. Да, блядь. Он против волка не выстоит. Это крепкий тип, блядь. А вы начнете пиздеть на нас. И все будут думать, что у нас с вами конфликт. И, слушай, а если нас подорвут? Смотри, нет, смотрите, нас смотрите. Они будут думать, что мы будем между друг другом драться. Дай сказать, лысый! Нас... Извини, пожалуйста. Понимаете, к нам будут ходить люди, и они будут высказываться по поводу ситуации с вами, и мы сможем поделиться этой... Матовый, понял? Это мой парень, кстати. Да. Я вот эту девочку тоже видела. Я смотрела, просто пересматривала стрим, что там происходило. Приходит, чтобы ее унесли. Такая все. Вот такие вот девочки мне не нравятся, да. Я же говорю, мне нравятся более такие, чтобы понятно было, кто это. Они. Я пришла, чтобы меня унесли качки. Я пришла опять. Сидит на злом, что-то злому, блядь, вообще некомфортно. Ну, такое, что те ушки, ну, косплей, понятное дело. Ну, такое, я такое не люблю. А мне нравится. Так что ты, блядь, тут делаешь, не могу понять. Кого? Что ты тут делаешь? Вот я говорю по поведению, что вот я к таким девочкам не тянусь, мне не интересно. Ты поняла, да? Можешь не подкатывать уже, все. Да-да. Я, знаете, как лицо, вот выражение лица, как называю?
Вот такое выражение лица, точнее. Как я его называю? Знаете, как называю? Завалила ебало. Вот реально. Для меня это как завалила ебало. Обосралась. Блядь, завалила ебальник. Вот так вот называется для меня. Ну, она типа делает вид, что она мила, понятное дело, но для меня это эмоция. Завалила ебальник, реально. Так, если что, я ее не оскорбляю, я... Она просто чистый пример, вот и я хотела показать. Ставишь, жду тебя, как дура. Снежинки ртом ловила. Ты такой, сука, романтичный, пиздец. Я на готов на тебя напрыгнуть, блядь. Делать нечего там, где нет тебя. У нас тут жарко. Короче, батя съел флешку, теперь он папка с файлами. Я видела. Илюх, ебутся как-то два клоуна. Один другому говорит через час. Чё-то не смешно, нихуя. Да, нормально. Всем привет. Что-то пьешь? Я воду пью. А чё, у меня животу жестко. Пизда? Уёбывает за воду. Я зеленым какаю. Ой. Я могу снять. Пойдет? Не, серьезно. Это как этот видос смотрел. Да бля, вообще не чувствуется. Я плохо, я дверь, блядь. Хуевый захват. Сюда. Нихуя. Норм. А потом говорите, Михалина, а почему бы ты не попробовала, например, секс втроём с девушками? Ну, девушка не сможет меня вот так вот захватить, ну, чекнуть, блядь, ну, это гениально. Один берет вот так вот, другой занимается приколом. А девушка, ну, что со второй девушкой делать? Ну, ничего. Нет смысла. Вот так вот вообще заебись. Разъярённая панда, блядь, сука. Сука такая. Ребят, сейчас находимся на телепередаче. Там поворот скоро. И сейчас я вам передаю важную информацию. Кто мы сейчас едем на хлебом? И просто чтобы вы знали, мы просто едем. Блять! Ебать, ветер, хуя, блять! Боже, выпустите нас, мы в полиции. Ну ладно. Открой нам дверь, иначе мы тебя засудим. Опа, открывать нам дверь. Мы куда-то едем, ты ёбнутый. Стой, мы и вылазим, если что. Мы вылазим, Ксюш. Резкий газ. Ебануть. Ебать, я уезжаю. Подожди. Кварталыга, блядь, не уезжай. Вылазь, еблан. Да подожди. Еблан, вылазь, блядь. Ксюша, багажник. Она не уебется крышей? Кончалыгыч. Да, блядь. Вылезай. Да я хочу вылезти, она не вылезла. Приехали. Охуенно. Мы дома.